На календаре 13 июня. 13-й день лета 1884 года прошел в Самаре под знаком искусства. Артисты императорских московских театров представили на суд зрителей сцены из трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов». В последующие дни москвичи познакомили жители города на Волге с пьесами драматурга Александра Островского. 13 июня 1893 года из Самары в рейс ушла плавучая тюрьма. На старом пароходе «Княгиня» находилась первая партия осужденных – около 50 человек. Их этапировали в Сибирь. Через каждые две недели плавучая тюрьма возвращалась в Самару за новой партией приговоренных. Поскольку арестантов было много, то к их перевозкам привлекались и другие суда Самарского пароходного общества. Тогда же, в 1893 году, 13 июня, изобретатель Томас Стюарт запатентовал швабру в виде пучка веревок. Придумал молодой человек свое изобретение не от хорошей жизни, а для того, чтобы облегчить себе работу по уборке. Согласно обычаю, в этот день, 13 июня 1901 года, в Москве устроили выставку невест. Смотрины нередко заканчивались венчанием. Заботясь о демографической ситуации, городское попечительство о бедных ежегодно по жребию выдавало бедным девушкам пособие на замужество. Получив деньги, барышня должна была в течение 3 лет обязательно выйти замуж, а в случае неудачи вернуть их обратно. В 13-й день лета родился Игорь Старыгин, актер театра и кино, заслуженный артист России. Всенародную известность ему принесла роль Арамиса в популярном советском художественном фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Сегодня с днем рождения поздравляют Михаила Покраса, известного самарского психотерапевта, писателя, поэта. Родился создатель терапии поведением в Куйбышеве в 1943 году. Число 13 для народного артиста России Сергея Маковецкого поистине счастливое. Родился этот известный актер 13 июня через 13 лет после Великой Отечественной войны, вырос в доме номер 13, а позже стал артистом театра имени Евгения Вахтангова, также появившегося на свет 13 числа. Сегодня Сергея Маковецкого вполне заслуженно называют звездой в петлице любого уважающего себя модного фильма. Игорь Данюшин, заслуженный артист России, ведущий актер театра «Самарт», сыграл идеальную няню Мэри Поппинс, 4 Кощеев Бессмертных и множество других сказочных персонажей. Сегодня любимец самарской публики принимает поздравления с днем рождения. Борисы, Романы, Николай и Кристины сегодня окрылены, ведь у них 13 июня – День ангела. По всем народным приметам, 13 июня пролетие кончается, лето начинается. В старину считали, что в этот день непременно нужно закончить все работы на огороде. Иначе, если кукушка закукует, а вы еще продолжаете что-то сеять на грядке, хорошего урожая вам не видать. Сев украй, коня распрягай, говорили наши предки. С пожеланиями удачного дня говорю вам до свидания.